Дорогі друзі, мозаїка дня вже відчинила свої обійми для кожного з вас і вже готова дарувати вам своє тепло і любов. Сьогодні з вами я, Аня Терзівець. Приєднуйтесь до нас, будемо разом прикрашати світ позитивом. Починаємо вже зараз. Программа «Мозаика дня». А это означает, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 0482-638-638. Звоните нам, делитесь своим хорошим настроением, поздравляйте, шутите, задавайте вопросы нашим гостям, а также отвечайте на вопрос, который я сегодня для вас приготовила. Итак, внимание. В честь какого бога назван месяц, в чьей власти мы сейчас все находимся, а то есть месяц март? Для тех, кто к нам дозвонится и даст правильный ответ в качестве награды, получит билет в Русский драматический театр на представление «Труффальдино» или «Слуга двух господ», который пройдет 24 марта. Итак, 0482-638-638. А вопрос, в честь какого бога назван месяц март? Звоните. Дорогие друзья, сегодня 22 марта весь мир отмечает Всемирный день водных ресурсов. Вы знаете, что без воды жизнь на Земле невозможна. Поэтому я сейчас приведу вам некоторую статистику, которая заставит вас немного задуматься. Хотя 70% земной поверхности покрыта водой, 97,5% – это соленая вода. Из оставшихся 2,5% – пресной воды почти 68,7% замерзшая вода ледяных шапок и ледников. И только 1% от всего объема водных ресурсов планеты доступны для использования человеком. Именно поэтому мы должны бережно относиться к воде и ни в коем случае не загрязнять пресные водоемы. Сегодня также свой профессиональный праздник отмечают таксисты всего мира. 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик таксиметр от французского такс – плата и греческого метрон – измерение. С тех пор индивидуальный городской транспорт называли такси, а извозчиков – таксистами. Дорогие таксисты, спешите принимать поздравления. Мы желаем вам удачи на дорогах и самого хорошего в личной жизни. Дорогие друзья, на прошлой неделе в Одессе случился самый настоящий бал, на котором побывал и наша съемочная группа. А сейчас у вас есть возможность окунуться в эту прекрасную атмосферу прошлых веков. Одесса – самый необыкновенный город на Земле. Здесь сбываются все мечты, даже самые смелые. И сегодня сбудется моя мечта. Я так давно хотела закружиться в вихре вальса на самом настоящем балу, который начинается за этой дверью. Ну что ж, шагнем в сказку? В середине марта в бальном зале отеля «Бристоль» уже традиционно прошел одесский весенний бал, который подарил его участникам завораживающее прикосновение к традициям прошлого и закружил их в цветочном легком вальсе, отдаляя от суеты и обыденности. Весенний бал открыла вдохновительница одесских балов Ирина Давыдова. А гости бала с восторгом наблюдали за действием в зале,
А там галантные кавалеры и обворожительные дамы танцевали старинные светские танцы и устраивали мастер-классы для всех желающих. Очень нравится. Легко и красиво. Это событие достойно нашей замечательной Одессы, правда? Да, конечно же, поскольку вообще одесские балы – это традиции, которые мы несем, мы, Ирина Давыдова, хозяйка бала, несет в массы. Это очень немаловажно, поскольку через танец, через такую атмосферу можно узнать историю, как фактически наши предки вальсировали. И то место, в котором это проходит, бывшая красная гостиница, это действительно тоже передает интерьер. Женщины в платьях красивых пол, это возможность превратиться из кто-то бизнес-леди, кто-то жены в принцессу, в Золушку и попробовать танцевать польку и вальс. Я считаю, что это очень важно развивать в дальнейшем и приглашать сюда не только одесситов, а и всю Украину. Успели уже потанцевать сегодня? Да, в общем, хороводе. Получилось? Получилось. Плохо, но получилось. Бал – это шикарно, это именины души. Гости были довольны, а это не могло не радовать и хозяйку бала. Мне очень приятно, что сегодня действительно каждая женщина смогла почувствовать себя каким-то весенним цветочком. Она смогла одеть прекрасное платье. И, вы знаете, я увидела сегодня столько улыбок на лицах женщин, что я, честно сказать, я получила массу удовольствия. В танце, в вальсе. Получить больше нигде, как только на полу. Праздничный торт, многочисленные подарки, выступления артистов и светские беседы – все это дополняло бал яркими красками и усиливало эмоции его участников, особенно тех, кто был здесь впервые. Главным событием на бальном вечере стала коллекция платьев для мам и их юных леди от одесского дизайнера Киры Тан. Дамы были очаровательны, а маленькие принцессы вызывали не только умиление, но и восхищение от их умения держаться очень уверенно и элегантно. Еще не остыли эмоции от весеннего бала, а устроители одесских балов уже начали подготовку к следующему шахматному балу, который состоится летом и вновь на несколько часов оживит самые яркие традиции прошлых столетий. Бал был прекрасным, а коллекция мам и их прекрасных юных леди была очень трогательной. Именно поэтому сегодня мы пригласили дизайнера праздничной одежды Киру Тан к нам в студию, для того, чтобы она рассказала нам об этом замечательном, прекрасном явлении, которой стала коллекция мам и юных леди. Доброе утро. Доброе утро. Хотелось бы отметить, что так как вся наша страна направляется в Европу, мы, как представители свадебной индустрии, делаем свой шажочек в этом направлении и хотим посоветовать потребителю красиво быть на европейском свадебном торжестве. Чем отличается европейская свадьба от привычной для нас постсоветского или славянского проведения торжества? Эта свадьба, она элегантна, стильно выдержана в одном цветовом каком-то формате или стиле. Поэтому своей коллекцией я хотела подсказать, как гостям красивее, стильнее присутствовать на таком торжестве. То есть коллекция «Мама-дочка» — это направлена больше на гостей торжества. То есть если вас пригласили на европейскую свадьбу как гостя, вашу семью, вот как раз пара, дочь и мать могут прийти вот в таких вариантах одежды, которые я показала на балу. Были представлены как узкие вечерние платья, и также подобие маленьких девочек. Ну, конечно, это не один в один, потому что фигуры отличаются, женские и детские, но это
все равно выдержана в одном стиле была одежда. Также были представлены варианты, где более пышные платья. Допустим, на тот же бал можно прийти в таком наряде с дочкой. А в преддверии выпускных вечеров, когда детки выпускаются из сада, и, в общем-то, в нашей стране это празднуется, и с младшей школы выпускники, естественно, родители присутствуют на торжестве, потому что, ну, необходим присмотр за детьми. Если пара, мама, дочка одеты, ну, в одном стиле, это тоже очень красиво смотрится. Также на показе были представлены невесты и мини-невеста. Что это такое? При проведении европейского торжества в преддверии выхода невесты, когда отец ведет невесту, передавая ее будущему супругу, принято перед невестой вывести маленькую девочку. Это может быть племянница, это может быть крестница, это может быть младшая сестричка или гостья семьи, да, невесты. В идеале она должна быть одета, ну, как мини-невеста. То есть, как бы, мы прокручиваем перед зрителями такой мини-фильм. То есть, вот она маленькая, красивенькая, и вот мы уже выросли и идем под венец. Вот такие варианты: невеста взрослая и мини-невеста тоже были представлены в показе, и наши возможности не ограничены. Мы можем и одеть как главную героиню торжества, так и помочь одеться гостям. Вот вы ломаете некий стереотип, да, когда вот на торжестве каждая женщина старается выглядеть по-другому, не дай бог, да, чтобы не повторить чье-то платье, чей-то туалет. А вот, как вы говорите, пара мама-дочь, они должны быть в одном стиле, и это смотрится гораздо интереснее, элегантнее. И, ну, знаете, прошли немножко, проходят эти времена, когда что-то было у каждого в гардеробе торжественное. Вот мы его и одевали на какое-то есть торжество, достали с гардероба, у кого что есть, да, и пошли на праздник. Опять же, возвращаясь к тому, что мы направляемся в европейском направлении, и хочется, чтобы было все идеально, не только по организации, но и внешне, вот мило глазу, как говорится, стараются в Европе торжество провести так, чтобы, допустим, цветовая палитра, она касается с самого начала торжества, это от пригласительной в одном стиле, в том же стиле украшен зал, в том же стиле одеты подружки невесты, в этом же цвете и, ну, то есть, такие мелочи, жилеты у друзей жениха, это бутоньерки. То есть один цвет, один стиль присутствует красной нитью через всю свадьбу, поэтому и мы как бы тянемся к этим тенденциям и предоставляем населению такие новые интересные услуги. Да, чудесно. Каждая женщина мечтает стать королевой хоть на какое-то время. Однако не каждая женщина решается вот купить такое помпезное, замечательное, яркое платье или пошить себе его, да? Вот заставьте прямо сейчас наших телезрительниц, чтобы они решились на то, чтобы у них в гардеробе было, ну, хотя бы одно, а лучше, конечно, несколько нарядных платьев в пол, с которыми вот можно выйти на бал в том числе. Вы знаете, можно параллель провести наличие вечернего платья и знание иностранного языка. То есть, в общем-то, можно жить и без него. Но как только у тебя появляется, ты учишь какой-то язык, появляется область, где можно его применить. Так и вечерний туалет, это касается, между прочим, мужчин тоже. Фрак и смокинг, который висит у вас в гардеробе, это он должен быть, и он обязательно, как говорится, выстрелит на протяжении года, где появится мероприятие. Да, иметь в гардеробе платье, это как бы, ну, идеальный вариант, лучше, когда оно есть. Но я бы хотела коснуться такого момента. Рассказать, кому лучше взять на прокат, а кому лучше купить, потому что есть услуга проката и предоставляется в свадебных салонах, вечерних салонах, но не только я, по городу предоставляется такая услуга. Поэтому я бы хотела рассказать, кому лучше купить, а кому лучше взять на прокат. Я думаю, это телезрителям будет интересно. Возьмем ситуацию, вам надо пойти на торжество, и у вас нет наряда. Да? Если у вас среднестатистическая, будем так говорить, фигура, то есть параметры, которые приближены к тем параметрам, которые навязаны нам модельным бизнесом, будем так говорить, может быть, при ограниченном бюджете интереснее взять платье на прокат. То есть это будет каждый раз разное платье, но, соответственно, мероприятие. Где-то надо быть более помпесной, где-то более сдержанной, и вы, соответственно, мероприятию можете подобрать себе наряд. Если же вы
награждены природой, не так идеально, скажем так, с природой не поспоришь. Есть какие-то особенности телосложения, и мы каждый раз пытаемся их прикрыть, либо подчеркнуть, либо уменьшить, либо увеличить. У каждого свои особенности. Я бы очень рекомендовала выбрать в своем времени час на работу с дизайнером, подойти в салон, и в ходе примерок 5-7 платьев мы найдем тот вариант, который вас идеализирует, и как бы и вы останетесь довольны общим своим видом. И подберется пропорция вашего идеального платья. В таком случае лучше отшить такую модель и иметь у себя в гардеробе, потому что каждое мероприятие торжественное, где вы должны, в общем-то, выглядеть лучше, чем повседневно, да, она будет стыкаться с такими проблемами, что вот это платье мне ширит, а вот тут узит, а вот тут полнит. То есть, имея идеальное платье, в кавычках идеальное, оно идеализирует вашу пропорцию. Вы можете его в любой момент надо, подошли. Изменились какие-то модные тенденции? У вас есть идеальная пропорция платья? Вы также сам подошли в ателье, подошли к дизайнеру, вам отшили в современных исполнениях материалов, фурнитура меняется, у нас со временем есть прогрессы и в этой области. Вот, мои бы такие рекомендации были, что выберите час, мы подберем для вас и по цветотипу, и по пропорции платья правильный наряд, и он у вас должен висеть в гардеробе. Если уже вас природа наградила идеальными параметрами, и в условиях ограниченного бюджета, пожалуйста, можно брать на прокат. Естественно, мы не отходим от той идеи, что свое личное платье в гардеробе всегда лучше. Хорошо. Праздничная мода не так жестко придерживается каких-то определенных рамок. Тем не менее, мне так кажется, поправьте меня, если я говорю не так. Тем не менее, каждый сезон диктует свои какие-то новые тенденции, новые веяния. Так вот, нам интересно, что же будет модно весной и этим летом. Да, Анна, я согласна, не так резко меняется, как в повседневной одежде, но все равно она меняется, поверьте, и мы тоже стараемся следовать за производителями тканей, потому что тут даже немножко нам диктуют производители тканей, они что-то интересное производят, начинаем думать мы, дизайнеры, где это можно применить с максимально красивым эффектом. По поводу того, что будет модно, до сих пор остается модно прикрытые тела гипюрами полупрозрачными. Очень модно рукава, 3/4, срезанный рукавчик, длинный рукав. Пока что выпускницы, которые подыскивают все наряды, они пытаются как можно больше прикрыть тело, но при этом прикрывают полупрозрачными тканями, то есть это смотрится и элегантно, и как-то не вульгарно совершенно. Струящиеся шифоновые ткани в пол, сейчас очень модное платье в пол, и по пропорции платья длина корсета в талию, то есть мы как бы визуально удлиняем ноги длинной юбкой, подчеркиваем талии, но опять же отмечу, что не всем идут такая пропорция платья, кому-то надо корсетик длиннее, кому-то от груди не спадающую юбку. Это все, я стараюсь подсказать на примерках, путем примерок, и как бы клиенты сами видят, в чем они лучше. А так по палитре все цвета, которые, считаются женственными, это коралл, персик, розовый, сейчас очень модный бледно-розовый цвет вошел в моду, потому что производители начали выпускать такой, как вы знаете, он оттенок сиренево-розовый. Коралловый, персик, пока что все вот эти тона, они идут в модной струе. Из таких активных тонов это ярко-синий востребован и, как всегда, красный цвет. Это цвета для праздничного туалета. Да. А каковы цвета для обыденной, рабочей, скажем так, одежды на каждый день? На каждый день, я только свое мнение могу посоветовать, я стараюсь... чтобы женщина должна быть яркая немного, не такая вызывающая, броская. В общем-то, в жизненном, повседневном быту я хотела бы, чтобы женщины были немного ярким пятнышком таким приятным. Поэтому одежда должна быть контрастной, но в то же время быть в стиле цветотипа. То есть кому-то идет рыжие, кому-то красные тона, кому-то светлые, но это должно радовать не только мужской глаз, но и окружение женщин. И обязательно какой-то яркий акцент, да? Если речь идет о деловом костюме. Да, конечно, или шарфом подчеркнуть, или каким-то аксессуаром из рода бижутерии, или браслетом. Что-то должно такое быть, что при взгляде на вас вызовет улыбку.
окружающих. Ну что ж, спасибо вам за ценные рекомендации для наших телезрителей и телезрительниц особенно. Удачи вам, творите и радуйте нас своими яркими туалетами, прекрасными платьями. Дорогие друзья, с нами была Кира Тан. Я хочу напомнить вам, что у каждого из нас есть возможность хоть на какое-то время превратиться в королей или королев. Так почему же нам не использовать эту возможность? А далее у нас небольшой сюжет о том, что же думают о моде, модных тенденциях, одесситы. Внимание на экран. Вы следите за модными тенденциями? Время от времени. Время от времени. Когда есть время, тогда, возможно, то, что показывают по телевизору, то, что печатают в газетах, в интернете. Придерживайтесь этих тенденций, да, по возможности? Ознакомливаюсь, можно сказать так. Ну, это важно для женщины? Конечно, важно. Ну, для каждого человека это важно, не только для женщины, для мужчины. Для кого это важно? Для кого-то, у кого-то могут быть другие ценности, не мода. Для меня сейчас такой период, что для меня важны дети, потому что у меня маленькие дети. Для меня важна самореализация. Вот. Это у меня стоит на первом месте. Мода пока что не впереди паровоза. Ты любишь модно одеваться? Да. А как вы с мамой выбираете вещи? Ну, я говорю, какой мне нравится. А какие тебе вещи нравятся? Нарядные, красивые. А цвет? Твой любимый цвет? Самый модный, как ты считаешь? Восковые квасты. А ты маме подсказываешь, даешь советы, как ей одеваться? Когда у меня обычно день рождения, я одеваю самое нарядное платье. Это ты, да. А мама? Маме подсказываешь, что ей одевать? Нарядное платье. Вы следите за модными тенденциями? Конечно. А как же? Наверное, только в плане обуви. Да, скорее всего, наверное, это часть гардероба меня больше всего интересует. Для мужчин это главная обувь, да? Да, скорее всего, мужчины чаще всего обращают на состояние обуви, на ее качество, на бренд. Вот я в Колумбиях сейчас, не знаю, очень нравится мне это. Мультибренд, наверное. Очень практичная, удобная, легкая в обращении. Как и любая девушка, уважающая себя, конечно, слежу. Конечно, следим. Какой цвет моден этой весной в таком случае? В этой весной? Ну, теплые тона. Желтые там, допустим. А вот через несколько дней в Одессе случится событие Одесса Fashion Day. Вы что-нибудь знаете об этом? Ну, я слышала, но я там ни разу не была. А хотели ли бы побывать? Да, очень. Ничего не мешает, это абсолютно бесплатная возможность погрузиться в мир моды. Ну, я думаю, что в этом году мы, скорее всего, попадем. Да, сижу, конечно. Все-таки девушка. Через несколько дней в Одессе случится яркое событие Одесса Fashion Day. Вы что-нибудь слышали об этом? Конечно, слышала. 2 дня пройдет у нас в Одессе, там, где слетятся все дизайнеры. Ну, это хорошо, конечно, слышала. Наверняка девушки все с Одессы придут туда. Да, замечательное событие. В эфире программа «Мозаика дня». Мы работаем в прямом эфире, поэтому спешите нам звонить и делиться своими впечатлениями. А я спешу вам представить своего нового гостя, основателя и организатора Одесса Fashion Day Константина Леонтьева. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Весна наконец-то ворвалась в наше ежедневие. Вот, а вместе с ней в Одессу придет мероприятие Одесса Fashion Day 8 апреля. Зажгутся огни самого яркого и модного события в нашем замечательном городе Одессе. Что еще можно успеть сделать нашим телезрителям для того, чтобы
успеть попасть и оказаться в гуще самых модных тенденций и событий. Я думаю, что в предыдущем сюжете все было очень ясно, да, и понятно о том, что попасть на наше мероприятие, как и предыдущие 12 раз, можно абсолютно безвозмездно. Нужно всего лишь зайти на наш сайт ofd.org.ua, да, или набрать в Google Odessa Fashion Day, и там есть кнопочка «Регистрация», и каждый человек может просто зарегистрироваться, отметить, на какой показ из 27, да, дизайнеров, которые будут представлены в рамках Odessa Fashion Day с 8 по 10 число, и попасть на дефиле этого дизайнера абсолютно спокойно и свободно. То есть можно вот сейчас с чашкой кофе утром спокойно это сделать. 27, вы сказали, да? Да. Дефиле. Да, всего 27 дизайнеров. Это всего или это нет, больше это всего или меньше? За это, ну, мы не сравнивали с прошлыми годами, но, насколько я понимаю, это самая большая цифра, которая была, потому что, в принципе, изначально же цель проекта была не пытаться, да, там, копировать уже существующую неделю моды украинскую и проводить столько дней. То есть отсюда и название Odessa Fashion Day. Это был один день моды, и сейчас он немножечко дольше в связи с тем, что есть определенный интерес от дизайнеров поучаствовать в проекте, есть определенный интерес от гостей посетить показы, и в связи с, может быть, невозможностью, да, иметь очень большой зал для подобных событий, как в прошлом году Ривьера, потому что одесситы очень тяжело выезжают за город, да, они больше любят, чтобы все проходило в городе, а залы у нас это прекрасное заведение «The Dome», да, 8 числа и 9, 10 это главпочтам, достаточно историческое место и очень интересная локация для проведения дефиле, как для нас. Это правда. Поэтому гостей туда на каждый показ помещается не так много, как хотелось, да, то есть на каждый показ это в пределах 250-300 человек, соответственно, и больше показов для того, чтобы больше гостей могло посетить данное мероприятие. Ну и плюс сам первый день, наверное, да, 8 число открытия, это день, когда мы хотим показать, ну, нельзя сказать более известных, да, дизайнеров. Ну, наверное, наших просто гостей, приглашенных, которые привезут нам частичку украинской недели моды, частичку парижской недели моды, потому что у нас будет дизайнер Елена Бурба, которая непосредственно совершенно недавно демонстрировала коллекцию на парижской неделе моды. И буквально пару дней назад, а точнее в субботу, да, по-моему, да, предыдущую в Киеве на украинской неделе моды. Вчера дизайнер Кас демонстрировал свою коллекцию, и вот он будет у нас. И, конечно же, наши весенние друзья, мы без французов жить не можем, да, это Мимо Карабетта. Я буквально 4 недели назад был в Париже, и мы с ним договорились, что он прилетит в Одессу, потому что есть определенные сложности по партнерской программе, да, когда нас непосредственно поддерживали определенные, да, меценаты для того, чтобы дизайнер приехал, но дизайнер приезжает, дизайнер везет две коллекции, и мы увидим и 8 числа, и 9 числа прекраснейшее дефиле, да, и самого Мимо, который приезжает уже очень много лет в Одессу. Но это настоящий праздник для одесситов, правда? Ну, я надеюсь, да, потому что за 6,5 лет работы над этим проектом, потому что мы были из региональных проектов на Украине самые первые, которые, собственно, начали как стартап-проект поддерживать начинающих, совсем начинающих дизайнеров, которые смотрели со стороны на очень большие крупные проекты на Украине, и кто-то боялся, кто-то не был в состоянии еще пойти на них. Сейчас у них есть абсолютно доступная возможность, да, поучаствовать в таком проекте, как Odessa Fashion Day, и дальше развиваться по направлению к украинской неделе моды и по направлению на европейские проекты. Ну что ж, ждем 8 апреля, да, для того, чтобы окунуться действительно в гущу модных событий. Да. А сейчас у меня есть такой вопрос, Константин. Вот некоторые люди за одно утро дают 2 своих вечера. Ну, так они вот ценят эти утренние часы, а другие, наоборот, любят поспать утром. Вот, грубо говоря, как вы встречаете утро, как вы заряжаетесь, ну, на позитив? Судя по тому, как я влетел в студию, да, для меня утро это достаточно сложно. Нет, ну, наверное, в силу того, что 7 на 24 – это мой рабочий день, поэтому заряжаюсь. Вы знаете, сейчас особенно, когда ты открываешь занавес, да, шторы и видишь солнце, это определенный заряд энергии, потому что очень сильно хотелось уже теплых дней. Вот в Киеве я выезжал в воскресенье, там была метель, и когда ты понимаешь, что в Одессе у нас уже действительно настоящая весна, ты слышишь, как поют птицы. Утром у меня под окном там еще кукарекают, да, там есть такие. И это, не знаю, как-то весеннее настроение, и сами по себе силы уже добавляются. Конечно, без чашки кофе никуда, но это будет немножко позже. Весна вдохновляет, да? Очень сильно, потому что, ну, как-то так получается, да, что зимой
все краски пропадают, да, то есть это искусственно, насколько я понимаю, то есть это кто-то когда-то, да, в наш разум засадил эту информацию, да, что зима, слякоть, там, грязь, да, и нужно вот быть всеми такими мрачными, серыми, темными. Нету, собственно говоря, ничего яркого, хотя в других странах, да, где тоже зима по календарю, где снега нет, там почему-то все гораздо ярче. Мне просто кажется, что нам самим нужно каким-то образом себе искусственно добавлять вот это настроение за счет красок, которые можно использовать, опять-таки, даже если с нашей сферы, это мода, да, побольше яркого, и настроение будет круглый год. И независимо, какой там в моде цвет, да? Ну, на сегодняшний момент я не думаю, что настолько строго кто-то придерживается, да, особенно, ну, вот в Одессе, да. То есть, какое у человека настроение, главное, чтобы это было со вкусом, было со стилем, было, это модное слово, имидж, да, то есть согласно статусу человека. Мы много об этом, да, говорим, часто встречаемся на такие темы, разговариваем. Ну, понятно, что в зависимости от того, кем человек является в жизни, да, где работает, как работает, он так должен использовать непосредственно эти свои там цвета. Но я считаю, что даже самый большой начальник в своей жизни может на выходные одеть очень супер яркую рубашку и быть с хорошим настроением. Чудесно. Да, весна вдохновляет, но еще больше вдохновляют цели и задачи, да, которые маячат впереди. Вот, но не всегда бывает так, что все получается. Случаются какие-то препятствия, через которые приходится перешагивать, с чем-то приходится бороться. Вот как вы не унываете, не останавливаетесь на достигнутом, вот если встречаются какие-то сложности? Да, я понимаю. У меня сейчас как раз такой период, когда есть определенные моменты. Но я хочу вам сказать, что вот это состояние покоя, состояние расслабления, оно очень вредноносное, да? То есть, ну, для любого человека, который хочет что-то созидать и что-то строить, вот эти определенные трудности, это есть, ну, всего лишь, да, там, подстегивание к тому, чтобы ты шел дальше. То есть планку нужно для любого человека, абсолютно для любого человека, каждый раз поднимать. Потому что если мы будем вот уже в состоянии таком, что ничего мне не надо, ничего я не хочу, и я уже как бы всего добился, нет предела совершенству, нужно каждый день совершенствовать себя, совершенствовать окружающих, совершенствовать, я не знаю, свое рабочее место, то есть абсолютно все. Поэтому... Не знаю, у меня отличная команда, у меня отличная семья, люди, которые меня поддерживают, поддерживаю я их. Есть определенные цели, есть партнерские проекты, к которым нужно и хочется идти. Самое главное, идти абсолютно бескорыстно, да, потому что есть вот работа для удовольствия, а есть работа для денег, да, то есть у меня есть работа, да, где я зарабатываю деньги. А Одесса Fashion Day — это тот проект, которого больше 6 лет. Я, моя семья и мои близкие получают удовольствие, потому что мы это любим, мы это ценим, мы это знаем, и мы это делаем для тех людей, которые хотят быть с нами в этой коалиции. Чудесно, но вот как насчет сложностей? Как справляетесь с сложностями? Ой, сложности. А находим позитивные моменты. Что помогает? Общение помогает. Наверное, поиск каких-то других взаимоотношений, других проектов, других людей, которые могут тебе подсказать что-то. Потому что без определенных советов, да, очень тяжело. Потому что, в принципе, учиться на своих ошибках – это самое сложное, что может быть. Когда есть определенным образом те, кто каким-то образом сталкивались с этим и могут тебе посоветовать, то это уже немножко легче, хотя бы подсказка определенная. Ну, я просто не могу ответить явно на этот вопрос, потому что не бывает такого состояния, когда вот совсем мне вот, проблемы, я не знаю, совсем что делать. Плохо. Я всегда ищу, я считаю, что любая проблема – это шанс для того, чтобы рассмотреть немножко под другим углом. То есть сдаваться нельзя, и неважно, с чем связана эта проблема, она связана с работой, с учебой, с личной жизнью, это не проблема. Это просто нужно остановиться, выдохнуть, выпить чашечку кофе, да, и посмотреть, потому что жизнь дает очень много дверей, и нужно воспользоваться каждой. Вот и все. Да, и очень важно в этой ситуации, когда рядом плечо друга. Это факт. Вот, это очень важно. Но сегодня время такое непростое. Да. Когда друзей мало и таких настоящих очень сложно. Ну, мы не можем отключить интернет, да, и заставить людей выйти заново на более реальное общение. К сожалению, сейчас, да, такое время. Я говорю к сожалению, потому что интернет и все эти гаджеты, которыми мы пользуемся, они дали очень большие возможности для всех, да, кто ими пользуется. Во всяком случае, они просто сидят и делают глупые посты. А реально людей, которые
Ну, пусть каждый сейчас подумает, часто ли он по сравнению там, с 10 лет назад там, заходит в гости к соседке, пьет чай там, с другом, выходит на пикники, как сейчас весна уже пора. Нет, потому что ну, есть определенный такой гаджет, да, который у тебя занимает очень много времени, и вся твоя дружба, у многих людей личная жизнь проходит там. Это очень плохо, то есть на самом деле вот сейчас как раз повод весна, нужно встречаться, нужно общаться, нужно заводить друзей, контактировать и быть нам ну, чуть-чуть другими в общении, не виртуальными, а реальными. Чудесно. Ну что ж, давайте мы еще немножечко заинтригуем наших телезрителей относительно Одесса Fashion Day, которая распахнет свои двери 8 апреля. Что еще такого будет необычного, яркого? Ну, необычно яркое. Сейчас, во-первых, мы готовим, у нас будет 7 числа очень интересное мероприятие, оно называется «Квест-ужин». Мы его просто не анонсируем по той простой причине, что это будет, наверное, больше подарком для дизайнеров, которые принимают участие. Можно, в принципе, в интернете сейчас найти, есть такие события, это, будем так говорить, игра, наверное, да, то есть это 2-3 команды, которые состязаются между собой по приготовлению блюд. Это не профессионалы, я участвовал как-то в такое, это действительно интересно, и потом все гости, которые приходят к тебе на мероприятие, они должны попробовать это, и у кого на столе окажется больше тарелок, тот победил, потому что у него было вкуснее, да, то есть это вот придумали наши друзья, Алина Осетян и ее команда, да, «Успех Хорика». И мероприятие должно состояться 7 числа, это вот такая интрига. Ну, а потом мы уже приступим к нашей работе, да, это 8, 9, 10 показы. Плавно перейдете. Да, ну и сами показы по себе немножечко приняли другой формат. Во-первых, наша замечательная ведущая, которая является по совместителям режиссером проекта «Одесса Fashion Day», Катя Македонская, она, как всегда, готовит очень много сюрпризов. Будет сюрпризы с оформлением, потому что сам главпочтамп, он уже навевает какие-то определенные моменты того, что что-то там должно быть. Ну и гости, да, которые, в принципе, знают, в какой ситуации сейчас есть, обстоят дела с проектами в Одессе, да, что есть и конкуренты, есть и хорошие конкуренты, есть и просто конкуренты, да, и Одесса в этот день будет очень яркая, и нужно выбрать, на какой проект на самом деле прийти, для того, чтобы посмотреть своего любимого дизайнера. Потому что самое главное, это чтобы не просто слепо приходили, да, как на какую-то развлекаловку, а чтобы понимали, что этот дизайнер действительно заинтересовывает человека, и впоследствии, возможно, вы станете его клиентам, да, и будете носить эту одежду, потому что все, что мы делаем сейчас, да, для дизайнера, и то, что делают дизайнеры, это все сделано для зрителя, да, чтобы в конечном итоге мы начали приобретать эту одежду и начали ее носить. Это не шоу-программа, это не концерт, да, туда не продавать билеты, это нелепо. То есть это почему у нас оно и является свободным. Приди, выбери своего дизайнера и стань его клиентом. Все. И живи ярче. Да, совершенно верно. Ну что ж, спасибо, Константин. До встречи на Одесса Fashion Day. Друзья, вы присоединяйтесь к нам. Сам основатель и организатор Одесса Fashion Day Константин Леонтьев обещал, что в этот раз все будет очень круто. Друзья, а теперь давайте сделаем шаг назад в наше прошлое и посмотрим, чем запомнился день 22 марта человечеству. А потом я обещаю вам самый позитивный взгляд в будущее. Не пропустите. 22 марта 1312 года по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого папа римский Климент V распустил католический духовно-рыцарский орден тамплиеров. Собственность ордена по всей Европе перешла к другим церковным орденам или была конфискована государством. В 1633 году Галилей коленопреклонно отрекся от своих научных изысканий на том месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. 22 марта 1675 года король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходящий через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. В 1874 году впервые проводится игра в большой теннис. 22 марта 1888 года собравшиеся в Лондоне представители 12 футбольных клубов образовали английскую футбольную лигу. 22 марта в 1895 году в Париже братья Люмьер впервые показали специально приглашенной публике фильм. На белом экране зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев. В 1904 году в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография.
В этот день, в 1963 году, группа Beatles выпускает альбом «Please, Please Me», свой первый долгоиграющий альбом в Великобритании, который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах. Дорогие друзья, мы живем в Одессе, где юмор оказывает на каждого из нас особое значение. И действительно, в преддверии 1 апреля мы все чаще говорим о юморе, о людях, которые дарят нам смех и радость. И именно такие гости сегодня у нас в студии. Актеры из спектакля «Смешная академия», которая пройдет 14 апреля на сцене Европейского культурного центра «Бейт Гранд». Олег Симоненко и Сергей Деньга. Здравствуйте. Доброе утро. Дорогие гости. И я спешу обрадовать наших телезрителей. Звоните нам, просто позвоните, просто поздравьте наших одесситов с этим прекрасным днем. И каждый, кто к нам дозвонится, получит билет на спектакль «Смешная академия», который пройдет 14 апреля. Ну что ж, друзья, вот спектакль, который вы покажете 14 апреля, «Смешная академия», вот в нем так интересно развиваются события, люди, которые, главный герой, да, он сначала вроде как не понимал этот юмор, не оценивал, а потом он сам стал частью этого юмора. Вот возможно ли в жизни так, чтобы люди, придя даже на спектакль, они как-то сначала вот спокойно реагируют, а потом в конце они как-то вот заражаются, зажигаются этим юмором? Я предлагаю, наверное, Сереже ответить на этот вопрос. С удовольствием. Мне будет проще, наверное. Отвечу на этот вопрос. Начну с конкретного примера. В моей жизни был совершенно определенно конкретный случай. Я обернул в веру юмора своего друга. Он абсолютно был лишен чувства юмора. Я с ним познакомился, когда он только пришел с армии. И, ну, этот человек, который совершенно не мог сам шутить, не мог придумывать какие-то ситуации, не мог оценивать юмор адекватно. И я, общаясь с ним, показывая ему какие-то смешные вещи, акцентируя его на этом внимание, обрел его в эту веру, и он потом мне был очень благодарен, сказал, ты знаешь, я на мир стал по-другому смотреть. Поэтому то же самое происходит у нас со зрителями. Но вообще... Человек, придя на спектакль, он заражается атмосферой творчества. Если актеры все делают правильно, если правильно создана атмосфера, зрители входят в эту атмосферу, и к концу спектакля они уже живут вместе с актерами и переживают вместе с ними все эти чувства. Поэтому в данном случае это юмор. Поэтому, да. Да, и вот вы правильно сказали, что многое зависит от актеров. Вы как раз те люди, те актеры, которые дарят нам эту радость. Счастливы ли вы от этого? От возможности делать кого-то счастливым. Мы очень счастливы, поэтому мы выбрали эту пьесу, этого автора, выбрали этот спектакль для того, чтобы нести радость людям. Но сразу хотелось бы воспользоваться случаем и сказать, что изначально это не комедия-комедия. То есть, да, если идут люди на этот спектакль для того, чтобы просто посмеяться, как на многих одесских спектаклях, это не совсем так, это достаточно глубокий, очень понятный, очень своевременный спектакль, но как бонус он достаточно веселый. И если приходить с таким чувством, то человек получит намного больше радости и смеха. То есть нужно как-то вот, не настраиваться так сильно-сильно-сильно, это, да? Не КВН, да, это не КВН, это не примитивная комедия, ха-ха-ха. Но это достаточно тонкий и умный спектакль. Но при этом он очень достаточно веселый и добрый. Да. Ну, я просто дополню, да, а теперь правильный ответ на этот вопрос. Это действительно так, потому что в вашем вопросе прозвучала, ну, наверное, сентенция, да, и контент нашего спектакля в плане того, что действительно словами моего персонажа, комедии, которые просто смешат людей, недостойны того, чтобы их ставили, говорит цензор, которого играю я, человек. Вот это препятствие в жизни вот драматурга, который хочет поставить свою пьесу. И комедия, ведь и смех, ну, он действительно не интересен. Он как фастфуд, да, если вы просто смеетесь без причины, да, ну, как старая поговорка, признак дурачины, да ради бога, смейтесь, улыбайтесь на здоровье.
Вот. Но он же всегда имеет под этим более серьезные основания. То есть это еще один слепок нашей жизни, без которого невозможно жить полной жизнью, безусловно. Вот. Но всегда вот трагикомичность – это ну, самый высокий жанр, я так считаю, в театре, самый сложный жанр. Вот. И добиться того, чтобы зритель и смеялся, и плакал одновременно ли или в развитии, это дорого стоит. Если это получается, мы получаем, конечно, удовольствие. Значит, у вас это получается, я так понимаю. Да, у нас это получается. Ну, я надеюсь, что получается, да. Потому что, ну, в общем, зритель принимает этот спектакль достаточно молодой. Ему всего полгода жизни, вот, сценической жизни. Начинали мы его с малой площадки. И вот как продолжение Еврейский культурный центр, где мы играем каждый месяц. Вот. Потом, так сказать, жизнь этого спектакля уже, я так понимаю, пойдет в следующей стадии гастроли. То есть по городам мы весим. И надеюсь, что все это состоится и все будет. Ну, вот так мы завершили ответ на первый вопрос. Чудесно. Юмор любят все, ну или, по крайней мере, многие, да? Но юморить или дарить этот юмор могут далеко не все, да? Если кто-то даже может как-то вот понимать, начать понять этот юмор, да, то не все могут его дарить. Можно ли научиться? Можно ли научиться? Это самый сложный жанр, я думаю, что да. Комедия – это самый сложный жанр, на мой взгляд. Я думаю, Олег с этим согласится. Безусловно. Но научиться в плане профессии, да, в контексте этого, да, профессионала. Да. Я вам скажу, что не все драматические актеры обладают этим чувством. Не потому, что они плохие актеры. Нет. Но, может быть, человек не свободен в какой-то степени. Юмор – это свобода, прежде всего, да, вот ощущение свободы. Это, видимо, комплексы, от которых, ну, нам нужно избавляться. Это касается и мужчин, и женщин. Юмор – это та легкость, которая позволяет нам преодолевать препятствия и свои собственные сомнения. Связано ли это с внешним видом или с внутренним поведением. Вот. А когда женщина ли, да, а мужчина, который легко, шутя над собой, прежде всего, избавляется от этого, но он свободный человек, он красивый человек. Это красота. Прежде всего. Хорошо сказали. Ну, наверное. Красиво. Наверное. Это сказал я. Это уже не мой персонаж. В первую очередь, самоирония, посмотреть на самого себя. Конечно. Тогда тебе легче станет смешить других. Если тебе сложно себя оценивать с критической точки зрения. Вообще хорошо начинать день с юмора, с хорошей шутки. Вот, кстати, как вы начинаете день? С улыбки. Стараюсь начинать с улыбки. Да, опять же, подходя к зеркалу или смотря на любимого человека, и вот, говоря приятные слова этому дню и человеку, я все же пытаюсь найти что-то веселое, что-то интересное. И в вашем арсенале вот наверняка огромное количество шуток вот на любой вкус, касательно разных ситуаций. Я люблю импровизацию. Угу. Вот то, что сейчас и здесь. Ну, импровизация – это самое живое, что может быть. Пусть это будет неудачно, но это была моя попытка. Ну, проще это всего самое настоящее, да? Конечно, конечно, да. Потому что, ну, отработанные шутки, да, они загоняют нас в некие стандарты и уже профессионализм, но окажу тебе самому уже противно. Человек, может, этого и не заметит, да, но ты же сам себя не обманешь. Мне кажется, тут важнее не бояться. Не бояться. Хорошо, а как вы оцениваете юмор, который вот льется с экранов телевизоров сегодня? И вот одесский юмор. Многие говорят об особенностях этого юмора. Это так или нет? Конечно. Воздух и одесский юмор, ну, как есть еще один город, Габрово, да, известный город. Это удивительные города, которые продолжают, так сказать, этот воздух. Как говорится в начале программы, воды нам не хватает, ее достаточно мало. Нужно беречь одесский воздух. Это не менее драгоценно, чем та питьевая вода, которой мы пользуемся. Он рождает, он впитывает в этих людей, которые рождаются здесь, какая-то удивительная смесь кислорода с чем-то еще необъяснимым. Это есть, это факт доказанный. Да. Но часть его заморожена в тех ледниках, о которых вы говорили, 60%. Да. И как другое раз дело наша то, задача что его разморозить. То, что вам дается дар, да, этого мало, как талант. В дальнейшем нужно как бы поднимать себя выше и выше. То есть вкус, должен оставаться вкус. К сожалению, не все соответствует, ну, это веяние нашего времени. То, что раньше, так сказать, эту марку держалось, несмотря на все условности, цензуру и другое государство, да, и другой образ жизни, это удавалось сохранить. И это нам нужно не забывать, учиться этому у наших, так сказать, старшего поколения. У того же там Леонида Утесова, да, у того же Михаила Михайловича Жванецкого, дай бог ему здоровья, и ряд других людей, классиков уже этого жанра, ну, если мы уж говорим о юморе, они сумели сохранить и делали на протяжении всей своей жизни вот этот вкус, и постоянно поднимать себя выше и выше, даже в этом жанре, легко. Друзья, у нас, к сожалению, заканчивается время, вот есть еще пару секунд,
я их вам дарю, да, чтобы вы обратились к нашим телезрителям и сказали, почему они должны прийти на спектакль «Смешная академия». Потому что наш спектакль — это классика театра, это две маски. Маска юмора, сатиры, комедии, маска драмы, которая потом превращается в эту же самую маску. И вот с этой самой маской мы сливаемся вместе со зрителем в одно прекрасное, хорошее, веселое, доброе, вечное, о чем мы говорили сегодня в этой передаче. И бесконечно. Но я только дополню, что у вас просто нет выхода. Приходите, начинайте позитивно каждый день. Мы вас ждем. Друзья, 14 апреля приходите в Еврейский культурный центр «Бейт Грант» на спектакль «Смешная академия». А с нами были сегодня Олег Симоненко и Сергей Деньга. Дорогие друзья, «Мозаика дня» закончила свою работу. Завтра ее для вас проведет Анна Лапшина. А сегодня я с вами прощаюсь. Щиро посмехайтеся и даруйте один одному любовь. До побачення.